Пача, всем привет! Мы на канале Бухай ТВ. Я сегодня собираюсь снять пивной обзорчик, но пока решил я, как говорится, людей поздравить с Масленой. Просто поздравить всех с Масленой. В городе Путивле находится Масленина сегодня, так что поэтому я взял бутылочку самоджайзера. Приготовил к самоджайзеру небольшую закусочку. Вот, я приготовил, пошел, взял у людей три блина. Так что, три блина, я блины, говорю, сразу печь не умею, никогда не пил просто. С салом, с луком, нарезал своего сальца козырного по сторонам. Украсил чуть-чуть это лучком. Грибочков нажарил с лучком. Ну и сварил картошечки. Ну что, будем наливать по первой. Фух. Запашок есть и большой, ну нормально. Ну что, как говорится, хочу всех поздравить с Масленой. Это, как говорится, Маслина, начало нового этого поста. Получается, это люди сейчас отправляют Маслину. И как бы этот, ну кто постит, я не буду, конечно, постовать, но те, кто постит. Но это даже начинают, типа, кончают поститься уже, типа, на Пасху, короче. Давайте, ребята, как говорится, кто будет поститься, тем, как говорится, терпение. Нам, кто не будет поститься, как говорится, да и всем. Всего самого наилучшего, как говорится, всех с Масленой, как говорится, с окончанием зимы. В этом году у нас зима была хорошая, как бы, не холодная. Никто не знает, какой будет март, конечно, но будем надеяться, что будет все хорошо. Давайте, ребята, с окончанием зимы, наступлением весны. Пускай весна будет у нас теплая, солнечная и хорошая. Давайте. Ну что могу сказать? Неплохо. Неплохо. Есть такой какой-то такой рисковатый вкус самогона. Чем-то, может, четрубка чуть-чуть где-то херовенькая, чем может с дрожжами, я в этом сильно не разбираюсь, но такой вкус рисковатый, ну, не очень сильно приятно, как говорится. Такое, короче. Такое, ну, так себе самогон, короче. Так себе. Ну, сейчас это первое, всякое бывает. По зевкусе я, в принципе, садил. Грибочки с нашей деревни. Вот. У нас их этот называют пердунами, короче, эти грибы. Ну, а так они, кто их называют рыжиками, кто называет поддубниками, короче. Ну, под ракитами растут, под осинами практически везде они растут. Это такие грибы. Так что блинчики у нас. Сальцо какое у меня красивое получилось. Вот красота, а не сало. Ну что, ребятки, буду наливать по второй, бо, как говорится, у нас сегодня в городе людей, я так, ну, смотрю в окна, людей топает вообще немерено, как говорится, будет мероприятие, этот, ну, на, получается, там, где площадь Ленина была, сейчас площадь Иоанна Путивского, будет мероприятие, что людей реально очень много. Но единственный минус в том, что в Сумах зарегистрированный этот, блядь, первый чек западет, чек, как там, ну, правильно. А Сумы у нас 100 километров. Как-то собираться и гулять Масленину, ну, как бы, этот, то это как бы пиздец будет. Что, давайте по второй, ну, если там, не дай бог, конечно. Давайте, ребята, чтобы вся эта хуйня прошла, чтобы никто не болел, чтобы все были живы, здоровы, как говорится, быть добру. Ну, тогда, кто там закусил, закусил сальцом, нормально. Хорошо. А, что я хотел еще рассказать? Что-то хотел рассказать, с головы вылетело. Ну, ладно, сейчас вспомню. Пока закусывал.
блядь, начинка выпадает. Сам закручивал, я не умею крутить, мне говорят, закручу там, я три блинчика взял, начинку закинул, как умел, так завернул, не обращайте внимания. Так что опасно, что насчет коронавируса этого, хотя никто все равно. Ну просто чтобы надо, чтобы не скапливаться этот. Зиму блинком закушу, как бы масляно. И как-то так надо взять его, чтобы начинка не высыпалась. Так, как-то как его, блядь, взять? Вот. Блядь. Как шаурма, только, блядь, высыпается. Давайте, ребята, за все хорошее. За нас, за маслину, как говорится. За все хорошее. Сегодня я вечерком сниму, блядь, лопнул, блин. Давай сегодня сниму вечерком обзор на это, на пивку Арсенальчик. У меня есть, там на 5 я сниму, на литрушечку. Давайте, ребят, за все хорошее. Уборвался у меня, блин. Блин, с салом и... луком прикольно. Еще чуть грибочку добавить бы. Вообще замечательно было. Так что как-то так, ребята, получается. Все положу, а потом его наверняка не соберу. Конечно, плохо, что это минус у блинов. Не, не говорю, что минус у блинов, а просто говорю, надо уметь крутить их. Но я, к сожалению, не умею. Так что скапливаться большими группами сейчас опасно. Потому что никто не знает, что там может произойти. Столько километров от нас сумма. А что могу сказать по поводу этого самогона? 7,5 балл. В принципе, заходит неплохо, пьется нормально. Не сказать, что там чересчур хуёвый. Не могу сказать, что чересчур хороший самогон. Пусть это самоджайз. Давайте, ребята, за праздник. Прикольно. Да, оп, дел, чтобы щёки обожгло. Прикольно обжигать щёчки. Грибком надо закусить. Так что. Так, я пожарю грибы. Грибы под названием пердуны. Наши все рвут, кто по грибы ходит, те рвут. Кто не ходит по грибы, тот не рвет пердуны. Когда-нибудь я пойду, сделаю видос, как грибы собираю. Ну, соответственно, это дело сделаю. Как надо будет правильно собирать грибы. Хотя в этом деле не сказал бы, что я там профессионал в грибном деле, но, как говорится, ну не новичок. Немножко в этом деле разбираюсь. Ходил по грибы, с дедом, помню, ходил. Да и ходим и сейчас по грибы, и что этот проблем с этим не должно быть. Так что в лесу точно не заблужусь, у нас леса они крепко большие, там, где мы рвем грибы. Есть, конечно, леса большие, но мы тоже туда ходим, но ходим туда реже, очень реже. Хорошо.
Что, начинает поднакрывать уже немножко. Так что, это нормально явление, сколько я уже выпил. Ну, если намного и выпил, только пол литра, ну, не знаю, грамм 200, может, да меньше. Грамм 150. Сейчас. Еще чуть-чуть выпью, пару рюмочек, пару. Ну, может, продолжим, может, скорее всего, вряд ли. Потому что сегодня хочу снять обзорчик на арсенальчик. Плюс еще и этот, с этим, блядь, как его, блядь, с вобером, с этим, блядь. Так что давайте, под картошечку. Давайте, блин, не хочется брать, его полностью есть надо придется. А так лучше картошечку кушу, грибочком, как бы такое. Чтобы его потом лучше. Давайте, ребята, за все хорошее. За все хорошее. Хлебушек я держу за кадром. Мне кадре не надо, в принципе, здесь. Я, в принципе, такую ломаю просто и все. Что хочу сказать? Вот это постояло, ну, хотя бы чуть меньше недели, ну, не, где-то неделя, два сала. Одно сало с перцем, второе сало с пряностями. Он только что перед первый раз закусил с перцем сало, второй раз с пряностями. Вот вчера, позавчера, ну, хороший то и то вкус. Сейчас со специями. Намного лучше. Сейчас специи раскрылись, вообще такой вкус раскрыли, только что закусил, вообще шикарно. Шикарнейший вкус специй просто. Что я под раскимаривает меня что-то. Что-то за самогонка такая у них. Что-то у нас по времени, чтобы у нас видео не получилось там короткое. О, 12 минут. Так, сальцо у нас. Так, сальцо надо, чтобы было лучше видно. Вот так у нас красота, да? Грибочки вот так поставим. Ребята, не обижайтесь. Штатив я так выставляю, это вот самому, там оно. Так что бывает, что лучше, бывает хуже. Раз на раз не приходится, он седьмой, автономном там не стоит. Все время плюс еще как бы. В таком, короче. Что-то уму реально уморно. Да хочу уже пивка бахнуть. Самогончик уже, честно, изрядно поднадоел мне. Пивка. Не, водки не хочу, даже водка была, водки сильно не хочу, что-то тоже сейчас. Как-то так. Чисто пивасика потянул. Именно пивасика. Хорошего только. Там арсенальчиком дал бы. И еще что-то дал. Давайте. За хорошее пиво. Не говоришь, что арсенал супер пиво. Ну, нормально, в принципе, можно пить. Хотя оно бывает говняное, честно. Блина возьму. Блином закушу. Так, у нас начинка в блине. Уже холодный, конечно. Зашибись. Обещал когда-то на канал с блинами ролик снять. Я не помню. Обещал на канал, что не помню. Ну, где были? Вот, наконец-то. Получилось. Наконец-то минус тряпочку забыл взять. Да ладно.
Охвят. А что там на масленицу? На стол лезть будут. Там канат перетягивать, гирю поднимать. Даже, ну, я не пойду. Китайский гриб, ну его нахер. Ходить куда-то. Выпью, как говорится. Я как истинный, как говорится, гражданин должен сидеть дома. Такое тяжелое для нашей страны время. Что давайте, ребята, за все хорошее. Выпьем и закусим сальцом. Те, кто пьют нахер самогонку, закусывают сальцом, им коронавирус этот не страшен. Давайте, ребята, за нас, чтобы все было хорошо. Вообще классно. С первого раза делал со специями этот, итальянские травы, прованские травы. Охрененно получилось. Запах у сала просто божественный. Реально просто божественный. Лучше, чем с перцем. Мне больше нравится даже, чем с перцем. Такой запах занюхиваешь. Именно приятно. Вот такой. И вот. Чуть больше просолить. Чуть больше просолить. Чтобы чуть дольше полежало. Если чуть-чуть под сырым копчением или сырым копчением пройтись, вообще будет замечательно. Так, рабочих мне не хочу. Давайте по последней. Уже я чувствую шабаш. Не, потом может еще выпью, но хватит уже. Уже что-то я. Во-первых, быстро как-то начал. Во-вторых, как бы уже ребята с масляной поздравил всех. И, как говорится, буду дальше маслиться. Давайте, ребята, за масляно. Ну что, ребята, сейчас скажу. Хочу всех поздравить еще раз с масляной. Хорошо. Всем всего самого наилучшего, как говорится, мира, добра, счастья, здоровья, успехов, денег небольшой этот мешочек. Кому понравилось, пишите комменты, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал, как говорится. Я тут не скажу, что тут такой стол, столы сооружаю там или там что-то такое, но, как говорится, с того, чего есть, я сооружаю столик, выпиваю, как говорится. Смотрю, ну, это как бы, ну, нормально, в принципе, можно выпить, закусить, как говорится. Я не призываю вас там, чтобы там все пили там или гуляли там, ну, такому я не призываю. Кто любит это дело, выпить там, как говорится, выпивайте ради бога. Ну, все с умом, чтобы не заходило это все, как говорится, тяжкое русло, как говорится. Ну, чтобы было все добро. Потому что, ребята, большое спасибо всем, кто смотрит, как говорится. Всем, ребятки, удачи. Всех еще раз праздничком. Всем спасибо. Всем пока.